Здравствуйте, дорогие мои зрители! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я направляюсь на площадь Навона, королеву римских площадей. Площадь Навона – самая красивая площадь в стиле барокко в Риме. Перед нами фонтан Нептуна, спроектированный учеником Микеланджело Джакомо делла Порта. Но фигуры на фонтане появились намного позднее, в конце 19 века. Целая группа скульптур, состоящих из морских коньков, сирен. Сам Нептун сражается с морским чудовищем, крылатыми херувимами, играющими с дельфинами. Площадь Навона во времена Древнего Рима была стадионом Доминициана, который был построен императором Доминицианом в 85 году I века. В середине 17 века на папский трон восходит Иннокентий X. Он и сохранил форму античного стадиона, на трибунах которого и воздвигли новые здания. Они послужили фундаментом для средневековых построек. По заказу папы Иннокентия X площадь приобретает помпезный, театральный, монументальный облик. Настоящая жемчужина площади Навона – фонтан четырех рек. Для строительства фонтана был объявлен конкурс, в котором принимали участие очень многие известные художники, архитекторы, скульпторы того времени. В конкурсе принимал участие и Джан Лоренцо Бернини. Но папа, мягко говоря, недолюбливал архитектора и скульптора, поэтому не хотел рассматривать его варианты проекта. Тогда Бернини пошел на хитрость. Он представил модель 1,5 метра из серебра и тайно пронесли в трапезную комнату Папы Римского. Когда Иннокентий X увидел серебряную модель фонтана, он ответил: «Ладно, беру Бернини», и поручил ему реализацию работы. Фонтан представляет собой большую травертиновую скалу, вырезанную из пещеры с четырьмя отверстиями, которые поддерживают гранитный обелиск. По углам утеса помещены монументальные мраморные статуи четырех рек, представляющих известные в то время континенты – Европу, Америку, Азию и Африку. Следовательно, реки – это Рио де ла Плата, Ганг, Дунай и Нил. Сейчас мы видим величественную красивую площадь, барочные фонтаны. А в IV веке, на этом месте, когда находился античный стадион, в 304 году императором Римской империи был Диоклетиан. Это тот самый император Диоклетиан, который оставил трон и поехал выращивать капусту, тем и прославился в истории. А также в его правлении сильным гонениям подвергались христиане. Вернемся с вами в IV век. В помещениях того самого античного стадиона, на котором сейчас находится площадь Навона, в IV веке, в 304 году, пострадала святая мученица Агнесса. Напротив фонтана находится величественный собор, посвященный святой Агнессе. Согласно раннехристианской традиции, на том месте, где была замучена святая, была построена церковь, а в VIII веке это место стало местом поклонения многих верующих христиан. Базилику, которую мы видим сейчас, была построена в середине 17 века знаменитым архитектором Франческо Боромини. Я захожу в церковь. Внутренний интерьер церкви богато украшен позолоченной лепниной, декорирован мраморными барельефами со сценами из жизни святых. Великолепные росписи украшают потолочные своды знаменитого художника Боччичо. На внутренней поверхности купола фреска изображает святую Агнессу, представленная во славе рая.
Главный алтарь украшают античные колонны из древнего зеленого мрамора, взятые из арки императора Марка Аврелия на Корсо. На мраморном барельефе изображено святое семейство – Богородица, святой Иосиф, младенец Иисус, младенец Иоанн Креститель, святые Елизавета и Захарий. Слева от главного алтаря находится капелла, где находится самая главная святыня церкви – это глава святой Агнессы. На слайдах можно увидеть уровень нижней базилики, крипта, которая восходит к 8 веку. Церковь впоследствии несколько раз перестраивалась. Святая Агнесса – самая молодая христианская великомученица, которая стала символом святости и непорочности для многих миллионов верующих. Подвиг святой воспет в поэзии, в изобразительном искусстве, канонизирован не только католической, но и православной церковью. В свои 12 лет Агнесса была очень красива, возможно, ее родители были зажиточными людьми, и к ней посватался сын богатого римского префекта. Но его ухаживание она отвергла, так как решила посвятить себя добродетельной христианской жизни. Градоначальнику донесли, что девушка, не желающая ответить взаимной любовью его сыну, является членом христианской секты и владеет даром колдовства. Разгневанный префект приказал привести девушку и предложил ей возглавить процессию к храму Весты, после чего принести жертву языческой богине, но это было равносильно отречению от христианства. Отказ девушки привел его в бешенство, и он распорядился тогда раздеть ее и бросить на потеху публике на стадион Доминициана. Сейчас это красивейшая площадь Навона. И на глазах у толпы случилось чудо. Волосы девушки мгновенно отросли и покрыли всю ее наготу. Тогда юную Агнессу отвели в публичный дом, так называемый Лупанарий, и он был расположен на том месте, где сейчас находится церковь святой Агнессы. Мужчины, которые приближались к святой с нечистыми помыслами, теряли мужскую силу и с позором покидали помещение. Языческие жрецы обвинили Агнессу колдуньей и потребовали сжечь ее на костре. Как только языки пламени коснулись ступней великомученицы, случилось другое чудо – огонь внезапно погас. Девочка погибает от меча Центуриона. Здесь, в серебряной раке, хранится глава святой Агнессы. Фреска на потолке часовни художника Франческо Аллегрини. Он изобразил святую Агнессу с католическим святым Сан Филиппо Нери. Мраморные барельефы в церкви посвящены раннехристианским святым. Над главным входом в церковь находится погребальный монумент Папы Иннокентия X. Архитектура купола выполнена в уникальной технике, к
кажется, что конструкция медленно вращается вокруг своей оси. Я вышла из церкви и подхожу к фонтану Мавра. Это тоже произведение знаменитого Джан Лоренцо Бернини. В конце июня 1652 года папа Иннокентий X отпраздновал грандиозное событие, которое сделало площадь Навона знаменитой. Стоки трех фонтанов были закрыты, что позволило воде перетекать через центральную часть площади, которая тогда была вогнутой. Вся площадь была затоплена водой. Назвали этот праздник праздником озера. Это стало летним обычаем на протяжении почти двух столетий. По субботам и воскресеньям, в жаркие летние месяцы, на площади стояла вода. Дети резвились, взрослые тоже. А в середине 19 века Папа Пий IX прекратил это веселье. Сейчас, в преддверии рождественских и новогодних праздников, на площади Навона проходит световое шоу, которое я вам показывала в предыдущем видео. Кому интересно посмотреть световое представление полностью, ссылочку я оставлю под видео. Дорогие мои, спасибо вам за просмотр. Кому понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Чао-чао.